В Гагарской средней школе номер 1 прошло памятное мероприятие, посвященное 25-летию со дня самой трагической наступательной операции в истории Отечественной войны народа Абхазии. Силами учащихся 9 и 11 классов Гагарской средней школы номер 1 под руководством их классного руководителя Инги Шармат был проведен классный час, посвященный памяти погибших бойцов в ходе мартовской операции. В течение часа учащимся удалось рассказать о мартовской операции, прочесть стихи и исполнить патриотические песни. Собравшимся на экране были продемонстрированы отрывки из видеохроники войны. На памятное мероприятие были приглашены участницы войны, учителя этой школы, на Нули Хагба, Марина Макарычева, Ларина Гумба, а также ветеран войны Джамал Барцис. Джамал Барцис рассказал учащимся о мартовской операции, причинах ее неудачи и какую роль она сыграла в дальнейших боевых операциях, проводимых абхазскими войсками. Директор школы Хана Гунба выразила благодарность ветеранам войны за их бесценный вклад в победу над грузинскими оккупантами. Яйра, Язавсыз, Ашаз Газтыз, Сджаба Адуацу, Хризиранша, Арахарайхя, Пызлашаю Захтыз, Юйну Хирубарзына, Али Адзарбу, Али Дюрабсы Турух Шпокаджа, Ина Хамбалу, Яхазмыхю, Ахарабжаба, Ирахю, Шахынзыгу, Али Турух Ру Хайхады, Табук Дазыр, Дарызыр, Кабсырзы, Хилгарызы, В завершении памятного мероприятия ветеранам вручили цветы и пригласили на фуршет. Сегодня в нашей Гагринской первой школе проходил открытый классный час, посвященный мартовскому наступлению. Они сражались для того, чтобы наш язык, наша Абхазия и наша страна процветала. Хотим спасибо сказать всем тем, кто принимал сегодня участие в нашем классном часу. Это Барцис Джамал Шринович, Хагба Нанули Расимовна, Гунба Ларина Алексеевна и Макарычева Марина Алексеевна.